Привет всем, вы на канале Bear и Game. Мы продолжаем проходить Wolfenstein The Old Blood. Убили урода. Вот этого говню. Чем мы трясемся, не понимаю. Так, золото, вот этого я и хотел. Я вот что это было там постоянно. Так, мне это не нужно. Надеюсь. Это что, Хельга, что ли? Чего? Контроль. Ну и пошла нахер. Чё это такое вон? Чего? Записка эсэсовца археолога Рэндольфа. Ой. В общем, почитаем потом. Мы сейчас главное что-нибудь пройти, сделать. Блин, потную записку что читать? Я только что видел цель. You don't understand. Так ты ничего и не поняла. You never were in control. Не было у тебя никакого контроля. Понятно, Бласкович подох, все, до свидания, конец игры. Господи Иисусе. Куски нации повсюду валяются. О, это наш знакомый. Так точно. Вот он, и он. Фергюс. Эй, ты давай мне руку, блюдок ленивый. Узнаешь место? Как голова, Бласкович? Как вы меня нашли? Получили сигнал тревоги от Пиппы. Мы не нашли ее тело. Уэсли тоже погиб, Фергюс. Твою ж мать. Что ж, давайте уже выбираться отсюда. Послушай, Бласко. Чего нет, того не отнимешь. А что сделано, то сделано. Ты великое дело провернул, папку нашел. И выходит, мы теперь знаем, где комплекс черепа. Да. Он у нас в руках. Просто не верится, да? Вот дело в том сне. Все дело в том сне. Это что-то важное. Все исчезло, когда я проснулся. Не время для снов, надо думать. Вот черт. Забыл отлить перед уходом. Ты мне почему не напомнил? А я что, на нянку твою похож, Фергюс? Твою мать. Отлить забыл. Ну, бывает. Почти у цели. Ты того гребаного монстра точно прикончил, Бинжей. Но остался еще один, да покрупнее. Может, это наш последний шанс развалить нахрен эту чертову нацистскую империю? Совсем время этим заняться, да? Мир рассчитывает на нас, все дело. Никакого давления. Не считая того, что в моем проклятом мочевом пузыре. Слушай, помнишь череп? Череп, ну как в первой части играли. Это монстр не умирает, сколько его не убивает. Только шкуру скидывает, да форму меняет. Блин, неужели чуть-чуть осталось? Ёб твою мать, мы могли прошлой серии закончить. Мир на моих плечах все тяжелее. Но я попытаюсь удержать его. Последний раз. А потом смогу отдохнуть. Череп, в первой части был череп какой-то. Мы играли там во второй, что ли? Фиг его знает. Вот это. Тьфу, ёб твою мать, конец, что ли? Жесть, чуть-чуть оставалось-то. Надо было тебе ту записку прочитать, чтобы хотя бы... А, ну ладно. Чуть-чуть время потянуть. Ну ладно, да, ну... Блин, подожди-ка. Че ты хочешь? Ну ты же записку почитать. И че, мы опять заставки? Не, мы мы не будем ничего смотреть. Мы записку почитаем, мы все и закончим. Господи, что я сейчас видел, поверить не могу. Мы расчистили путь во внутренний склеп. Один из наших людей погиб во время взрыва, пока остальные занимались его телом. Я не смог противиться искушению и открыл ворота в склеп. Несмотря на предупреждение Хельги, мне пришлось закрыть рот тряпкой, чтобы защититься от газа, но в нос все равно проник. Я почувствовал жжение. Войдя во внутренний склеп, я ощутил благоговейный трепет, поразительное достижение, такое сооружение в самом центре горы. Казалось, у этого зала ни конца, ни края. Там наверняка скрыты сокровища, фантастическое сокровище, обладающее невероятной исторической ценностью. Однако я заметил, что какой-то газ идет из трещины в полу, появившихся в результате землетрясения. Перед входом находится некий механизм. На нем те же символы, что на карте, который мы получили у священника. Возможно, с его помощью управляется щель на дне ямы. Карта у Хельги. Так что пока
что я не могу проверить свою гипотезу. Похоже, что-то спрятано там глубоко под землей. Надеюсь, Хельга скоро будет здесь, и мы узнаем, что именно. Чего? Иди нахер. You don't understand. Вот теперь можно поболтать чуть-чуть. Yeah. Так что вот так вот. В конце, вот предпоследняя серия, когда с мудаком мы дрались, разозлила на меня. И так, там, извиняюсь за свой гнев. Ну, у меня бывает, там, день был тяжелый, в общем-то, и сорвался я немножко. Какая? Прошлое? Позапрошлое. А, ну та, да. Когда там я... Так что игра была потрясная, хорошая, это, сказали, предыстория. Колонию, с колонией пока я не буду играть, тоже устаешь от игр, тоже вот это все. Тык-тык-тык, напряг. От одной и той же серийки, да? Да, пока знаю, что есть колония, она пойдет на этом компьютере, конечно же. Мы в нее сыграем, но потом... Что-то... Чел знакомый музыку поет, она права нарушил. Ну, что еще сказать? Сколько она у нас серии получилась? Ну, коротенькая такая, 20 серий, по-моему, нету, да? Ну, наверное, нету, да. Может быть, есть. Может быть, это 20-я серия. Я не помню, по-моему, там была или 17-я, или 18-я, что ли, серия. Я вот не помню, у нас какая предпоследняя была. В общем... Ну, да. Монстр этот, да. То есть, мы придумали такую стратегию, то есть... Там чисто какую-то стратегию придумываешь против него. То есть он бил только тех, кто стрелял, да, откуда звук какой-то шел. И, собственно. Узнаешь, кто поет этот? Француз этот поет. Горбун. Нет, это не он? Нет. Я думал, что это он поет. Ну ладно, извини, что перебил, что там говорила. В общем-то, как бы вот все, кто делали эту игру, ну... Bethesda, в общем, Bethesda, молодцы. Я все-таки как за старые игры, все-таки я больше... Мне тот Wolfenstein понравился, который мы играли самый первый, когда мы только начали играть в игры. Одна из первых игр вообще на нашем канале была, это вот Wolfenstein. По-моему, да, 2009-го, что ли, года эта игра была. От этой же компании. Ну, там они действительно очень интересно сделали. То есть, если бы я играла в Wolfenstein, вот, выбирала бы, в какую часть поиграть, я выбрала именно ту бы часть. Ну, это... Как бы мы... Нас знакомят, видимо, с историей. И дают возможность нам насладиться убийством. Они же сказали Фритон, про череп, да? Про череп. Там какой-то самый главный был череп, да. Помнишь, в первой части мы мужика какого-то черепа схватили, но потом, типа, не в первой, вот, какую мы там больше, который тоже тормозил, 20 минут надо было ждать. И вот, там какой-то упоминался череп, и, так сказать, а это предыстория колонии с этой, что-то там такое тоже. Ну, так что такая вот игра. Что еще можно сказать? Все. Все, мы сказали, поиграли, игры закончились. Спасибо вам, конечно, все, кто смотрел, кто комментировал. Да. Всем спасибо. Вот еще специальное спасибо, да. И как раз тоже вот, в общем-то, за вашу поддержку. Все. Так что пока. Пока. Freedom.